девушки, жены, мамы, бабушки. Милые дамы. Дорогие девушки. Дорогие наши дамы. И гритгёл, и все, кто каким-то образом причастен к РСКГ. Прекрасную половину человечества. С наступающим, дамы, 8 марта. С началом весны. С Международным женским днем. С праздником 8 марта. И 7, и 9. Креативные люди. Счастья, любви. Счастья, здоровья. Быть женственными, радовать нас. И мы всегда рады, когда на трибунах много болельщиц. Мы и стараемся, мы из кожи вон лезем, и машины ломаем, и сами подпрыгиваем, и ночами не спим, для того, чтобы как-то быть, чтобы вы нас заметили. Мы же спортсмены. Мы ради вас живем. И все эти вот спортивные успехи, или даже неудачи, все, это все для женщин и из-за женщин. Вокруг женщин вращается мир. Девушки, будьте всегда вот осью, будьте всегда в центре, а мы будем вокруг вращаться. Оставайтесь всегда такими же прекрасными и радуйте нас своей красотой. 8 марта. Любви, удачи. И всего-всего побольше.